А сейчас мы в Крайстчёрч Медоуз. Парк колледжа Крайстчёрч. Сам вход в колледж перед нами. И тут такая аллея из тополей и лип. Сегодня суббота, очень много туристов из Лондона, еще каких-нибудь больших окрестных городов. Вот такая красота. Колледж. Мы как-нибудь потом сходим, детально там все посмотрим. Очень известный колледж. В нем даже Эйнштейн успел поработать. Альберт. А вот сам парк. Тут еще иногда пасутся коровы с огромными рогами. Вот, а здесь по аллее можно гулять. Что, в общем-то, все с радостью и делают.